С ними чувствуешь себя в безопасности. Тольяттинская полиция отмечает юбилей – 45 лет со дня основания. Поздравить коллег пришли не только действующие сотрудники, но и ветераны правоохранительных органов. А тех, чья служба опасна, трудна и необходима. Дмитрий Лобанов. Служба трудная и порой опасная. За почти полвека существования управления полиция Автограда потеряла при исполнении 26 своих сотрудников. В память о них в Парке Победы открывают памятный знак. Конечно, есть памятная доска, значит, в управлении внутренних дел, значит, там пофамильно перечислено все дело, да. Но вот в общедоступном таком месте, где имеет доступ любой желающий, у нас таких мест, где можно прийти, возложить деньги, вспомнить, упомянуть, нету. Поэтому было принято решение совместно с общественным советом управления Мадридской по городу Тольятти об открытии вот такой памятной доски. Больше всего потерь тольяттинские служители закона понесли в 90-е. Среди тех, кто пришел на открытие памятной доски, Галина Онищук. Ее сын Юрий погиб 18 лет назад. В те времена он был начальником отдела по борьбе с убийствами. Смерть милиционера от рук бандитов стала одним из самых громких дел в истории города. Это был честнейший человек. На кладбище даже бандиты приходили. И говорили, он в наших кругах пользовался уважением, никогда никого не ударил и не оскорбил. Я считаю, такой должна быть милиция. Тогда, когда она будет примером поведения высшего класса интеллигенции, преданности делу и уважения к людям. Тольяттинские полицейские стоят на страже порядка в городе уже 45 лет. Вообще город Тольятти такой он специфический, хотя считается моногородом. Но вот в связи с реформами в МВД у нас личный состав в какой-то степени даже уменьшился по количеству. Но работу они свою делают нормально, и, в общем-то, граждане у нас защищены в соответствии с нашей Конституцией, и полиция выполняет свои задачи, я думаю, достаточно успешно. Праздник тольяттинских полицейских награждают почетными грамотами. Друзья, аплодисменты встали на одну из бесконечно сегодня. На самом деле не ожидал этого награду получить такую, довольно-таки приятно. С детства, наверное, была моя детская мечта. После окончания института и после прохождения армии мечта сбылась. Всегда хотел и пошел служить в полицию. Сегодня численность тольяттинского гарнизона составляет 2500 человек. В прошлом милиционеры, сегодня полицейские. Они, как и прежде, на посту, в праздники и в будни, защищая закон и порядок. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии, Тольятти.